Привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов, с вами Кинг-Конг, Риддлс и Джейсон. Здрасте, не развернулся, здрасте всем. Мы на серьезном деле, поэтому решили не называть друг друга по именам, поэтому пока что запомните. Верно подмечено, Джейсон. Так, пора ехать. Риддлс, веди. Да, наш местный... Значит, погнать трейлер. Наш местный чел дал задание на много человек, оно довольно опасное. И как бы мы решили не палиться с нашими личностями. Да, только ники пишутся сверху. Это не имеет значения, потому что враги-то не знают. А их не видят. И мы не будем. Мы будем называть друг друга исключительно по прозвищам на этих заданиях. Ладно, вообще. И впредь. Remember, no Russian. No Russian. Джек. Джек. Дистанция, Джек. Риддлс. Ой, Риддлс. О, ты уже попал. Все, ранний плей вообще уплыл. Так, а где, кстати? Не, ну пока мы друг с другом гоняемся, нормально. Да нет, не нормально. На задании уже там. Так, я поставил, кстати, точку. Давай. Я уже туда подъезжаю. Давай, Кинг-Конг. Задача, ребята. Два трейлера дико охраняют, мы должны их украсть, позаимствовать и забрать. Здорово, Риддлс. Все как всегда, но в этот раз дерьмо стало слишком серьезным. Правда, Кинг-Конг? Я думаю, ты согласен со мной. Кинг-Конг согласен со всем. Риддлс, где ты? Кинг-Конг хороший вид, да. Риддлс уже ушел вперед. Жалко, что Кинг-Конг на тренировке выпил сок, да. А на этом сделку это галимый жест. Еще раз я поставлю сигарету. Риддлс, не отрывайся от строя. Риддлс, подожди нас. Я буду ждать вас на подходе, я сначала смотрю. Мы и так по встречке летим, как дикий. Remember, comrade, stay information. Stay information. Forget about this. А задание дал нам Л, да? Да. Кинг-Конг воет как настоящая макака. Все, что я могу сказать. It is normal. Предлагаю отсюда. I'm waiting for you. I'm coming. Are you coming? Да, пошли. Окей. Джейсон, я с тобой. До конца. This is very good. Very, very, very good. Поворотик. Отлично. Тут какие-то гангстеры стояли. Нормально, гангстеры. Так, Риддлс на месте, отлично. Риддлс уже заждался нас. Хорошо. Сам Джейсон, давайте, жду вас. Риддлс? Мать твою, что случилось? Я ранен. А что с тобой случилось? Моя нога. Как тебе сказать? Наехал мне на ногу. А я этого не видел, ты у меня просто упал. Крадемся, парни, крадемся. Ты кого-то видел? Нет. Если что, вот здесь сверху можно подняться на крышу и оттуда поснимать. Кто хочет поснайперить? Я, пожалуйста. Вот тут вот направо, вот эта лестница. Угу. Понял тебя. Пошел. Подожди, нет, не вот это. Да-да-да, я случайно. Не-не-не, ты как раз на правильную пошел. Да? И с нее ты сможешь спрыгнуть на крышу. Уловил тебя, Джейсон. Хорошо, Кинг-Конг. Джейсон. Wait for me, Джекш. Парни, я на крыше. Cover my back. Я предлагаю пока что двигаться нормально, что мы пока что далеко. Я перемещаюсь рядом с вами по крышам. Хорошо. Кстати говоря, это, по-моему, все было. Парни, кажется, тут не очень все повезло с крышами. Да, там, оказывается, есть какой-то промежуток, через который... Тут есть вагоны, на которые я могу сюда спрыгнуть, понимаешь? Это не страшно. Так, я здесь тоже поднимусь наверх. Джейсон, ты прикроешь? Окей, Риддлс. Молодец, палят. Так, я пошел наверх. Вот здесь отличная крыша, Кинг-Конг, ты мог бы здесь. Понял тебя, так и заныкаться. Займусь этим, спасибо за совет, Риддлс. Касаемо. Да, там довольно-таки много. Я держу одного на прицеле, как начнете, я его снимаю. Самый крайний левый. Я плохо слышу. Погнали. Все, понеслась, пошла моча по трубам. Их слишком много. Не волнуйся, Риддлс, все будет хорошо. Мы не первый день вместе. А уж я-то люблю сложности. Ступид кокорочи. Fucking cockroach. Так. Нужно срочно. Воу, парень, ты тут откуда? Прошел сквозь стеночку. Нормально. Как там со снайперами? Как у вас дела, мужики? Нормально. Все, хорошо. Укрываю. Хорошо. Добью этого, которого там не добили, добиваю, добил. Вдалеке один. Хорошо, Риддлс, хорош. Спилен. Угоните трейлер. Забираем. Чисто, сейчас, я думаю, подъедут. Я возьму фуру. Тут две фуры.
понял. Так, я пока найду путь назад. Слышь, Ридлс, ты бы лучше прикрыл, пока мы пытаемся подкрепить на грузовиках все это. Хорошо. Зато кнопка крепить, право? Да. Может, лучше я кто-нибудь другой закрою. Готово. Секундочку. Еще. Ага. Подъезжает, выходи, принимаем. Понял, сейчас. Так, с теми вам помочь не смогу. Жаль. Другие вообще куда-то отъехали, непонятно. Нормально. Парни готовы. Сейчас пытаюсь подцепить. А, я вроде подцепил. Еще катят аккуратно. Там недалеко еще они гоняют, да. Да, фура подцеплена. Джек в укрытии. Они хорошо стреляют. Какой Джек? Риддлс. Теперь придется их точно убить, потому что они слышали одно имя. Да, они слышали настоящий имя Риддлса. Мое, господи. Боже мой. Готов, один сзади умер, второго не вижу. Еще едут. Обильно так едут. Будь осторожны. А по прицеливанию вообще не работает, кстати. А его здесь нет по машине. Убил. Сам. Так, смотрим на ситуацию. На самом деле прятаться за машинами не самая лучшая идея. Учитывая, что нам эти машины едут с другой стороны. Две машины сразу. Понял. Они сейчас здесь все равно заедут, по-моему. Больно бьют, больно делают Кинг-Конгу. Держись. Раз, два, власть. Хорошо. Ой, хорошо пошло. Заридлил, пацанов. Yeah. Там еще, по-моему, что-то катит. Don't Riddles. Давайте дождемся уже. Мне кажется, они так и будут ехать на самом деле, но да нет, проверим. Да. Спешить не надо. Угу. Пора валить, я считаю. В нашем деле спешка не нужна. Так, угу. Куда они делись? Покуйтесь, господа. Джек, с кем поедешь? А, я, наверное, с тобой поеду. Едут, приехали. Подъехали. Две машины сразу. Держим. Нормально, одни сзади подъехали, ребят. Перехожу назад. Сзади никого не вижу. Все, убил, там последний остался. Заднего одного убил тоже. Все, чисто. Так, подъезжаю. Давай. Так, бубойски влетают. Мне опасно прятаться за грузовиками. Я уже говорил об этом. Нет. Один упал, хорошо. Второй упал. Третий упал. Вот больше так не делайте, потому что я тут сижу рядом. Так, ну что, я предлагаю рискнуть и прорываться. Пора. Потому что это уже очень долго тянется. Пора. Все, по машинам, езжайте, я за вами. Еще две. Джек сел? Я первый поеду туда. Джек, тебе туда, я второй поеду. Кто второй? Давай, Джейсон, топи. Если что, да, Джек, ты опять его назвал. Я не могу просто, у меня на автомате. Сзади две машины. Притормозите, надо будет меня спасать. А нет, нормально. Расстреливаем. Поехали, нужно отрываться. На этом возьми, будет сложно отрываться. Я не могу никак защитить, да. Предлагаю остановиться и все-таки вальнуть их. Нет, я попадаюсь, хорошо. Хорошо у тебя, у меня. Одного стрелка там уже убил. Мне очень больно делают. Как по жизни, Макс? Очень мало. Кинг-Конг. Очень мало. Я безнадежен. Так, Джек, снимай. Все, короче. Я. Риддлс! Меня зовут Риддлс! С другой стороны подруливают. И, кстати, очень больно сделали мне. С бешеного расстояния. Так, я высаживаюсь, потому что иначе не получится бежать. Да. Убил в твоей машине. Там еще двое. Красава. Открыли огонь по мне. Вы тут очень хорошо. Одного забрал. Предлагаю вам на грузовики подняться. Сзади подъезжают и спереди подъезжают. Так, спереди снял. Отлично, сзади теперь. Вышли оба, один упал. Упал. Он еще может встать. Он еще встанет. Сейчас а куда летит? Сзади. Еще. Джейсон, нормально все? Все не очень хорошо, у меня половина жизни. Еще подъезжают. Ну половина это значит все нормально, потому что Риддлс сзади. Еще едут сзади. Спереди тоже. Водителя снял. Со вторым помог. Второго убил. Помогаю. Предлагаю. Жизнь. Передняя машина практически мертва.
Понял. Сдвинуться с точки мертвой. Пора бы. Бесконечно. Я готов прикрывать здесь сзади. Хорошо, хорошо. А вы хорошо, я здесь стартую. Едем. Я выдвигаюсь. Тоже сел. Все, в машине, они спереди. Больно делают очень мне. Ты не туда пришлось поехал. Пришлось снести к чертям это все, потому что больно сделали. Что произошло? Все хорошо, мужики, выходите. У меня взорвалось. А, как? Не знаю. Машина взорвалась, похоже. Вот сзади была. Кто-то власть подкрепил на трейлер. Так, ну ладно. Твою мать, точно, я же случайно из машины, когда выкидывал, зацепила нашу тачку, я забыл. Бывает. Бывает. На самом деле, это, по-моему, самая крутая миссия пока что из очень тех, что мы за очень долгое время играли. Ну и дело-то все в том, что мы сделали ее довольно интереснее в разы. Выглядит как задание в синглплеере. Кинг-Конг. С Джеком Шусом и Джейсоном. Джейсон. Мне нравится, когда Артур немножко, типа, ну, парится, называет по имени. Говорит, блин, что-то не получается. И потом опять по имени сразу же. Что-то не получается, Джек. Это твоя машина. Джек, фу, Джек. Так, а мы, кстати, здесь. Нет, мы не здесь. Вы этого не видите, нет? Нет. Эта машина себя хорошо чувствует у вас? А у тебя задница смята. У меня вообще усталая машина. Ох, упал. Норм. О, мы, кстати, приехали близко. Кстати, да, очень близко, поэтому я предлагаю не ехать, потому что они сейчас нас встретят. Да, согласен. Вы знаете что, я пойду на соседнюю, вот здесь вот, на соседнее здание, залезу на него лучше наверх, вот тут. Вот там, где был я, очень хорошо. Вот, по мне уже пошла за малых. А как он пошел? Причем, вот, блин, мне почти всю жизнь не сняли. Да они просто гасят, как сумасшедшие. Что за дела, мужики? Надо поосторожнее. Я мертв. Очень хорошо пошло, да? Да. А жизни у тебя больше нет? Нет, есть одна. Так что я теперь вообще... Как же? Без прицеливания-то. Не круто. Кунг-Конг, ты как там? Да нормально, меня правда через стену бьют больно. Да-да-да. Они... Я выпал. А! Не самая удачная позиция была. Совершенно. Что происходит? Don't fuck with Riddles. Все хорошо? Все хорошо. Делают больно нам. Все мертвы. Ну как? Все. Там еще, там еще. Я не видел даже. Джейсон. Откуда они делись? Все нормально, Riddles. Ой, хорошо, мы с тобой просто завалили просто. Вы убили Кинг-Конга, ублюдки. Я просто без сознания. Кинг-Конга не убить. Кинг-Конг жив в Смолёфе? Кинг-Конг, да, жив. Вообще. Так, цепляю первый. В этот раз без власти, пожалуйста, Риддлс. Хорошо. Может, попробуйте быстренько доставить, просто рвать, не останавливаться? Сейчас он подцепит, и мы рванем. Угу. Все равно без тебя не так интересно. Так, да, раним, короче. Просто ломаем. Вот. О, я вот, кстати, думал об этом. У нас же веса много, почему бы не? Давай, давай, давай. Я за тобой. Хорошо, рвем. Соединяйтесь. Полтора давай километра, же. Кстати, всего. Как батле, да? Давай. Риддлс. Риддлс. Ах, ну что ж ты назад создал? Джейсон! Ты смотрел, как будто специально меня тормозит просто. Это же... Знаешь, что мне кажется, что он специально это делает? Ты посмотри на него. Ты просто посмотри на этого урода. Он не понимает, что взрывается, все право руля. Право, 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 право. Джек, право. Джейсон, они жмут меня. Ой, прости меня, Риддл, справа. Вы запали. Бедный Джек. Все бандиты знают. Сводки на меня. Риддл, постреляй маленько. А, ты уже там. Сейчас тебя встретят, ты можешь пострелять по ним. Надо бы... Я властен, блин, давно. Ты посмотри, ну какой. Притормози, аккуратно, меня не врежься, я тут разворачиваюсь, здесь сложный поворот. Давай. Здесь вообще как-то довольно. Мы уже почти приехали на склад, ребят. Все хорошо. Да, тот самый склад, на котором мы. Ну просто в прошлый раз не стоило останавливаться. Этот гидрант тут вообще ни к чему не стоял. Тоже так думаю. Да. Отлично, есть один и. Есть второй. Хорошая работа, парни. Хорошо. Угу. Вот это была реально крутая миссия. Что Кинг-Конг, что Риддлс показали себя неплохо. Ой, неплохо. Джейсон,
Всем хорошо. 3,5 всего лишь не дали, жалко. На 7 тысяч. Да, то же самое. А почему у тебя 7 тысяч? 4,210 опыта. Почему у тебя 7 тысяч? Это несправедливо. Совершенно нет. Because I'm riddled. Хорошо. Нравится, да. Реально нравится, очень у нравится. У нас, кстати, еще одно задание очень безумное. Нужно мужика убить. В сапоге с кучей охраны и продажными копами. Да, это сегодня будет весело. Кинг-Конга. Будем надеяться, что оно есть. Да, будем надеяться, что оно есть. Да, куда он денется? Вместе блин. Мы знаменитые герои Голливуда. Да, Джейсон Вурхис, маньяк из пятницы 13, Кинг-Конг. Просто здоровенная обезьян из Кинг-Конга. И Риддлс, просто Риддлс. Просто Риддлс. Потому что он так захотел. Так, ребят, подброшу одного легко. На так, самом деле, я прям рвусь к тому, задания что... этого нет. Нет тормозов, нет тормозов! Так, 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 определить был Мартин. Риддлс, ты запачкал? А, уже ж можно, кстати, надо переодеться. Зачем переодеваться? Сейчас нас ждет новое дело. Не, ну я пока пере... Ой, мне лучше оставь маску. Как же я избит. Антиограбление задание новое. Отлично. Окей. Слышишь, я одеваю обратно. Так, обычно я не вмешиваюсь в дела воров. Если ты хочешь грабить банки, кто я такой, чтобы мешать? Если ты не трогаешь мое бабло и у тебя нет того, что нужно мне, можешь спать спокойно. В порту есть ребята, у которых есть нужное мне грузооружие. Нет тормозов! Отправляйся к ним и дай мне груз. Сейчас. Я здесь... Вы... У вас не было такого, что иногда просто тупо включается телефон и включается новое дело? Нет, не было. У меня уже третий раз за сегодня. Джек, пригласишь нас? А мне нужно просто подождите, типа дело подгружается. Прям в смс-ке. Слышишь, Джейсон, подожди секундочку, я хочу кое-что сделать. Сейчас, 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 сейчас. Хорошо. Let's go. По обезьяне. Знатная обезьяна. Вошел такая. Это как это называется, знаешь? Авторитетная. Хорошо, антиограбление. Важная обезьяна. Так, ну ладно, все тут, кому нужно покупать тяжелую броню. Не забывай. Необходим уровень 40. А что делаем? В порту ребята? Груз оружия? Да. Запускай, Риддлс. Устроим заварушку. Let's kick some ass. Риддлс, ну ты понимаешь, что все, кто слышали твое имя, они мертвы? Нет, а? Не все, я жив. Окей, ну ты-то нас не передашь. Ну я-то, ну я вообще... Конечно. Ну конечно. И вообще не толкаюсь никогда. Где наша машина? Почему она опять там? Наша машина. Тут реклама пуза. Займемся делом, ребята. Шутки в сторону. И все идут пешком. Так, снимаем броники, это не стильно, пацаны. Согласен. Хотя ты знаешь, я, пожалуй, оставлю бронежилет. А я нет. Нет, он остается... А, да? Он просто остается, только он будет не отображать. Окей. Итак, нам нужно угнать грузовик, который находится в доке. Слушай, Риддлс, а где машина на 4 места? А, нет ее, мы на своем транспорте. Тихо, Джейсон, жди, Джейсон, сейчас. А, нет, не пошло. Так, ну дай сяду-то. Подожди, ну что ты делаешь? Прекрати. Райс. Ну. Райс. Я понял. Я думаю, что он замышляет? Я обезьянничаю. Поехали. Риддлс, куда ты упорол уже? Да, Риддлс, уже погодите. Поставьте мне, пожалуйста, вейпоинт. Одну секундочку. Я поставил. Не-не, это мы... А, понял. У вас-то его нет. Есть, пожалуйста, получите вейпоинт. В доме... Окей, мы уже не часто мы там с вами бываем. Так, на самом деле, надо было просто не в ту сторону поехать. Ну, кто же знал. Какая разница? Просто Риддлс, как обычно, нас не ждет, и теперь ему придется ждать нас там. За это он отплачивается своим именем. Но все бандиты, которые знают его, умирают, поэтому я. Риддлс — это загадки. Да. Риддлс — загадка. Риддлс — загадки. Ты загадки? Почему ты загадки? Почему ты загадки? Объясни нам. Я просто Риддлс. Мы члены банды, мы можем знать. Because I'm Риддлс. Потому что Гладиолус. Джек, ну почему ты не ответил комфортно так? Как ты его назвал по имени только что? Как ты мог? Я вообще не могу, я даже не замечаю. А вот ты со мной на ограбление лучше не ходить. Запомните.
То есть, если где-то в Уфе грабят банк, это точно не Блэйд. Ой, Джейсон, простите. Да, точно не он. Так, что-то, блин. Кинг-Конг и Риддлс. Не спорится, езда сегодня. Зато меня все Кинг-Конг называют, не ок. Потому что мартышку видят. Вот так вот. На самом деле, слишком просто. Хорошо, мы, кстати, так, ребята, я на месте их. От Семёна, по-моему. Дюжины. А, это вообще так наугад вижу, от всех троих. Слушай, а мне бы, кстати, тут на мост, наверное... А, нет, ладно, забей. Здесь можно, кстати, подняться на кран. Так, ну-ка. Джейсон, притормози здесь. Грузовик взрывать не нужно. Мы можем все с вами... Они, кстати, не хотят нас пускать. Поэтому предлагаю чуть-чуть отойти назад. Да, согласен. Вот хотя бы... Пошла пальба, пошла, пошла, пальба, пошла, пальба, пошла, выходим, пальба. Выходим из-за этого укрытия. Понял, дальше там уже двигаем как это. Разберемся. Снял его? Угу, обоих. Красава. Мужики, как у вас там все? Вижу, вижу черную голову. Black. Есть. Один упал поза машиной. Да, я вообще неплохо тут дохну. Да, действительно. Забор меня реально спасает. Втаскивает просто. Так, Кинг-Конг обходит с фланга всю эту толпу. Они идут на вас, так что я могу со спины их тут погасить. Они на меня идут. А у меня здесь такое укрытие, что я вообще... Вот просто, если бы я еще не глючил иногда. Есть еще одного. Я даже понял, за каким-то укрытием, потому что я за этой же стеной. Ну, так, такая, такая теперь же осталось войти внутрь. Еще не все, или все? Нет, с моей стороны просто проставлять больше никого не получится. Так, у меня есть. Я могу забрать грузовик уже и выехать к вам. Стоит? Потому что сейчас ты сядешь в грузовик и поеду. Это я? Хорошо. Мне кажется, еще есть соперник. А они появляются здесь. Просто из контейнеров вылая. Чертовы засранцы. Чертовы ублюдки. Все, я в грузовик. Понял тебя. Едем без остановок. Слышь, я сейчас с тобой сяду. Давай, давай, давай. Все, без тормозов. Джейсон, прикрой, пожалуйста. Вертолет! Вертолет, отлично. Вражеский вертолет. Урвем, урвем. Поехали. Сможем. Машины приехали. Нормально, сможем. Открой, пожалуйста. Спасибо. Так, главное, Риддлс не останавливаться. Спи, вертолет Кинг-Конг. Парни, двигайте, я тут позади. Может, и насчет меня не волнуйтесь. Хорошо, 5 километров впереди. Я не с такой жопой попутывался. Да. Спереди, грузовик. Понял, ничего не поделать. Ну, я в них врезался, так красава. Так, уходим налево, сразу говорю. Понял. Здесь вертолет мы... отстал. Вертолет не отстал, он сейчас вас накроет. Ну, он довольно долго с нами. Я думаю, Джейсон с ним разберется. Джейсон довольно сложно с ним разобраться. Да, разобраться с вертолетом само по себе задача сложная. Но он не особо беспокоит, так что... А когда же откроется старая добрая советская RPG? Сотый уровень. О, по встречке машина, это просто великолепно. Парни, оно за вами. Я бы с ним разобрался, если бы он в мою сторону летел. Да нормально, мы 4 километра проедем, я думаю. Я думаю, если вертолет... За вами еще машина в погоне. Кинг-Конг может заскочить на него и съесть того. Я могу поймать его и играть им как игрушечным, в любом случае, если что-то пойдет не так. Или там залезть на здание и просто раскидывать вертолет. Хорошо, хорошо вводишь. Вообще четко. Понял тебя. Не хвали Риддлса. Никогда не буду больше. Какая-то женщина кричала. Я бы сейчас вылез и убил, но некогда. Машина за нами, постараюсь разобраться. Слишком важно. Парни, я сейчас, если что, могу сдохнуть. Жизни очень мало. Но я прям за вами. Нет, суд скоро решил, что если сделают. Слышь, Риддлс, не тормози, за нами машина. А, поворот. Я не могу не тормозить. За вами нет никакой машины. А, есть, есть. Она убитая. Сейчас я ее добью. С нами также еще хеликоптер. О, нет, они убили меня. Плохо дело, Джейсон. У нас есть еще одна жизнь. Ну, нормально. На самом деле, сейчас я все, что могу, это наблюдать со стороны, поэтому прорывайтесь, парни. Нет, ты сейчас появишься, ты сейчас появишься. Ну, я появлюсь, я далеко от вас. Вы успеете к этому времени уехать уже. Я сейчас буду мучить вертолет. 2,5 километра. Хорошо, Риддлс. Или вертолет будет мучить меня. Стрельба пошла. Да это я вхожу по ним. Вертолет, по-моему, упал.
и вроде даже я этому не помогал. Они вписались, Лидлс, нормально. Хорош. Короче, вертолета нет, парни. Ну, пойдет. А скоро бронебойный пистолет откроется, кстати? Ну, мне открыт. А, не знаю. Ты, может, его не купил? Возможно, надо будет съездить посмотреть. Но у меня так-то всего лишь 32 уровень. А, машина едет вообще сквозь все. Куда вот черная. А у меня она нормально едет. Черная магия. Черная машина с черной магией. Километр. Почти. Да. Безумный джип едет за нами. Врезался опять. Сколько он там еще? Километр. 800. 700. Так, на стрижку выезжаем. 700. Вижу еще одни. Они... Ты... Там такая авария произошла. Это хорошо. Мы почти на месте. 300. Отлично, парни, давайте, тяните. Все нормально. Давай. Грузовик матрасов будет выставлен. Чисто и без лишнего шума. Замечательно. Ну да. Пол города на уши. Нормально. Мы привезли твое добро. Нормально. Отличная работа. Неплохо так постреляли. Hell yeah. Крутая миссия? Да, неплохо. И деньжат неплохо. Да, неплохо. Шестерик, да. Ой, 30. И опыта почти 4000. У меня, походу, открылся бронебойный пистолет. Надо будет сейчас заехать в арму. Ой, в арму. В Ammunition. Все мысли об армии. Да. Ехать в арму. 8 человек убил. Антиограбление. Неплохо. Так. Кстати говоря, я тоже хочу заглянуть сейчас в Ammunition и посмотреть, что там открылось, может быть. Потому что на 36 уровне, по-моему, что-то открывается. Ну, 36 лет уже, я совсем старый. Да, там 46 уже. Песок и туннель, я такого еще раньше не видел. А что за туннель? А, нет, мы пробовали, это очень плохо. Да. Все, очень плохо. Меня хорошо слышно, нет? Да. Потому что мне вас не очень. Теперь задание закончено, поэтому можно, да, Блэк, тебя хорошо слышно. Акцентировать на этом внимание. Так, а какого хрена тут происходит? Хорошо, где находятся эти архаровцы? Касатики. А вон я недалеко от вас, по сути. И на чем вы там? У вас машина хоть рядом есть? Да, моя. Окей, вы, друзья, по шоссе пойдете обратно. А почему я лысый, кстати? А почему такой-то толстый мужик что-то хочет от тебя? Или от меня тебя что-то хочет? Слушайте, ну, наверное, вообще, меня это даже долбит. А че ты реально такой... Когда постригся? Я не стригся, в том-то и дело. Может, у тебя какая-нибудь болезнь? У меня просто взрывом прическу снесло. Вот и все. Едем. Понял тебя. Погодь. Не едем. Тут моя машина рядом, нормально. Так, Мейс Банк. А я уже вам разберусь. Пополнить. Так, я пока буду запрашивать задание. Кто-то что-то. Мокрый виноград есть, но для двоих. Мокрый виноград. Звучит как? Ага. По гомосексуальному как-то. Ага. Нет. Да. Артур, машина управляется в другую сторону. Я знаю. Окей. Мало ли. Я, кстати, могу себе машину. Антиограбление. Еще одно. Нет, одного хватит. Так, может быть, Лестер что-нибудь подкинет? Джек, тебя может подвезти? Лестер уже подкинул что-то новенькое. То задание сбросилось, которое новенькое. Жаль. С парнем, который в особняке засел. А, да, кстати, он об этом тоже пригодилось. Нон-стар. Папа в камере. Бензин в огонь было. Был. Джек. Ау. Я просто смс-ю. Походу. Ты посмотри, какая машина убита. Она у тебя такая же убита? Вот сзади нас была. А, сзади нас? Да нет, вроде нормально. Че, ничего нового? А, сейчас позовем. Обзор идет, тупо. Рон просто бесится на меня, потому что я у него запрашиваю задания одно за другим. Говорит, я же тебе недавно давал, ты говоришь, чё?
звонить, что-то такое. Кстати, так. Тут здесь можно сзади... Нет, я Omnition. Трейлер раздора есть. Трейлер раздора? Разора. А у Мэри Уэзер в доках есть секретное электромагнитное оружие, и его хотят отправить каким-то злодеям. Этого допустить нельзя. Сразу, да. В трейлере. Берем. Так что тебе нужен тягач, чтобы вывести его. Поищи в промзонах поблизости, охрана серьезная, подготовься как следует. Это очень круто звучит, это наверняка очень круто будет играться. Давай, Джек. Риддлс. А нет, еще Джек нормально. Пока еще нет. Я просто должен, я привыкать должен. Хорошо. Что у нас есть? Это я, наверное. Так, по-моему, написать. Отправлю за ней. А вы на миссии. Сейчас, ребят, надо закупить. Бронебойный 4950 стоит. Я купил. Да и я, в принципе, смысла особого не вижу. Сейчас, когда уже открыто более серьезное оружие. Такой бронебойный пистолет классно из машины выпиливает. Он охренительный. Лучше, чем ПП. Да, в разы. Так что, Артур... А, полностью автоматический? А, это тот, это из одиночки. Хорошо. Ребятушки, что, одеваем маски, да? Так. Я не снимал. Now you are prepared against government terror. Последнее задание. Да. Так, ну давайте попробуем бронебойный. Мне тоже послал, да? Да. Я проглядел просто. Я уже опять упоролся. Хорошо, секретное задание, это хорошо. Тоже с 40-го. Я, правда, не понял, как там вертолет упал. А я, кстати, понял, почему деньги дают по-разному. Тот, кто подходит по уровню, тому дают больше, а тот, кто не подходит, тому дают меньше. Так, к нам пытается влезть какой-то левый парень, но он не знает нас. Не парень из Крю, он не должен знать наши личности. Да. Секретное оружие. Опять в доках, опять в доки поедем. Но это немножко другие доки. В общем, дело в том, что я поеду искать машину, на которой мы будем отгонять груз, а вы будете убивать всех людей. Угу. Как вам такой расклад? Я думаю, в доках нормально. Есть грузовая машина. А, да, я даже знаю, где искать. Именно тягач, который... Да, то есть фуру тягач. Отсоединить? Да, да. Хорошо. Просто там такие машины я больше всего видел на шоссейках около аэродрома. Там их легче всего найти. Нет, Артур, я знаю, где все достать. То есть я вас довезу, наверное. Okay. Ну, точнее, кого-то из вас. Что у меня машина для двоих. Я или поеду. Нормально. Да я поеду в трейлер. Ну, я дождусь вас. Хорошо. Только ты называй его по имени больше. Кстати, да, он на задании. Угу. Погнали. Соберитесь, господа. Ау. Нам нужен тягач по еще промзону. О, как красиво. И мы едем на такие. Лестер, хорошо. Не забудь. Тягач. Тягач. Так, Джек. Как я... ты его как ты сказал? Я говорю Риддлс. Тебе послышалось? Риддлс, я поеду с тобой. Мы сейчас поищем, потому что сейчас без... Или Кинг-Конг ты хочешь, чтобы мы устроили замес сразу? Не-не-не, Кинг-Конг. Если Кинг-Конг попытается устроить замес один, то его распилят, потому что враги здесь реально бешеные. Кинг-Конг просто найдет себе гнездышко и подождет вас. Ок. Если как раз можешь. Логово найдет. Или заберет красавицу до самого высокого здания Кинг-Конга. Смотри аккуратнее с самолетами. Белокурую красавицу. Ну, любую. Кинг-Конг не привередит. Белокуру все. Блин, озвучка в игре все-таки офигенно. Я проезжаю, парень такой, реально, истеричный такой. Джек такой. Джек. Риддлс. Немножко занесло. Справился. Видишь, я постепенно учусь. Да, действительно. Первая серия, кажется, когда мы так общаемся. Да. Так, ребят, тут очень хорошо можно с этого, скажите мне, с моста накрыть всю эту бомбригаду, я этим и займусь. Так, но Снайпер, самое главное, трейлер. Не, выстрел голову убивает. Угу, вот понял. Видишь? Да, Джейсон, господи, не врезайся в меня. Вот, транспорт. Ну хорошо. Знакомый подогнал. Сказал, что у меня дело пойдем. Потерпите, ребят, немножко. Сейчас. Я должен быть на месте. Дайте мне пару минут. Хорошо. Теперь тебе как начать. Я и так спешу. Кинг-Конг улетает просто без правил, без ничего на дороге. ПДД в окно. Так, я в 30 секундах от места.
хорош. Мы на месте. Сейчас, ребят. Так, я предлагаю Джейсону заныкаться очень хорошо. Валить их издалека. Так, только Кинг-Конг просит все еще подождать. Потому что в 15 секундах. Ты здесь был уже, Риддлс? Да, было дело. Но все было по-другому. Так, Кинг-Конг в 5 секундах. Я даже предлагаю вообще с другой стороны зайти. Джейсон, за мной. Так, Кинг-Конг прибыл. С какой другой стороны? Почему бы он оттуда сверху не пострелять? Нет, 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 я тебе сейчас все покажу. Окей. Кинг-Конг у нас сверху. Кинг-Конг на масс... Это ты там, что ли? Кинг-Конг видит врагов и может, okay. может начать заваруху. Нет, 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 погоди, пока нет, погоди. А я сейчас зашли, пока нет, они жду. Сразу же по нам откроют огонь, мы не успеем укрыться. Жду, ребят. По сигналу. Кинг-Конг ждет сигнала. Какой Кинг-Конг? Они сагрились. Нет, нет, нет. Нет, нет, все спокойно, пока. Хорошо. Они говорят, есть ли у тебя какая-то проблема? Начинаю, нет? Да, давай. Кинг-Конг начинает. У меня, кстати, позиция говно, Джек. Риддлс. Риддлс. Позиция хорошая. Основной огонь беру на себя. Кинг-Конг специально, специальная броня, поэтому их пробить очень сложно. Они, я думаю, ну, вообще не дохнут. Нет, как они все великолепно дохнут. Кинг-Конг, но кстати, нет. Не видит врага совершенно. А врага почти не осталось. Нет, Кинг-Конг! В воду! Там есть лесенка, можно к ним проплыть. Так. Нет, покончился. Кинг-Конг немножко спейлил. Решил полетать. Кинг-Конг жив? Кинг-Конг жив. Кинг-Конг будет жив. Нет, Кинг-Конг жив. Кинг-Конг жив? Да. Ее очень сильно присадили. Так, перекушу побыстрее. Ты посмотри, какой живучий. Так, вроде упал, сейчас его надо попинать. Я его убил. Я так, чтобы так, я пока подгоняю трейлер, зачищайте. Там было остатки. Бы кого? Набьется, я думаю. Почти уверен. Что-то слышу. Тихо, тихо, тихо. Слева. А, я думаю, кто-то один из вас потом сядет ко мне, а кто-то другой будет побежал. На перед нами. Надо перехватывать. Is there a problem here? Он подарем палец. Он стоит с дробовиком, кстати, кажется. Поэтому он с одного выстрела убьет. Может, гранатку ему туда? А не заденьте груз. Нет, не дробовик. Я на месте готов. Не дробовик? Туда можно выходить с повода. Смотри, какой живучий, это же пипец. Так, я почти мертв. Джейсон. Там чисто? Да. Сравнительно. Один ко мне, другой в машину и перед нами идет. Я сяду к тебе. Очень хочу с броневого пистолета пострелять. Понял. Ну, так, я пошел к машине. Давай. Давай. Хотя, в принципе, я не буду подцеплять груз, пока ты не сядешь. А они потом сюда подъедут. Есть бронебойный. Ох, вот он дикий. Ты готов? Подъедь к груз. Развернись, да, сразу. Так, да, хорошо. Ну все, погнали. Да. Увозим. Уже идут. При первом повороте направо. Джейсон. Поворот направо. Так, нет, я вас жду. Сейчас просто отсюда полезу. Отсюда. Не-не-не, я к средству. Не на парковку. Да парков, нормально, нормально, нормально. Я просто думал, они отсюда выйдут. Не-не. Хорошо. Все, увозим это добро. Машина мчит. Вижу. Это. Не пострелили. Что с колесами? Джейсон, ты где? Все хорошо. У меня все не очень хорошо. При выезде перед шоссе направо, Джейсон. Груз хорошо. Подвинулись все. Груз хорошо. Груз, опять мы с тобой везем. Да. Снес колеса этому. Ублюдку, но он меня сейчас убьет. Не надо, просто не умирать, везде больше нет. Нет. Тут уж ничего не пойдет. Машина? Ага. Так, еще там кого-нибудь видите? Потому что этот вроде больше за вами не поедет. Ну, он такой машине. Да, за нами едет машина, за нами едет. Но она особо не напрягает нас.
700 метров. Отличная работа. Еще одни. А, нормально. 400. Они повыходили из машины. Хорошо. Практически на месте. Теперь нас ничто не остановит. 5 литров вернуться на трейлере. Хорошая работа, Ривус. Да. Качественно. Заехал. Я стараюсь. Все. Груз уж не младенец везем, поэтому. Действительно. Опять то же самое место. Чем мы когда-нибудь возили младенца. Не дай бог. Да. Фух, надо признаться, это было сложно. Что ну, дадут? Под конец. 5000. 5000. Нормально. Пойдет. Самое главное, опыта дают просто бочку, да. Тележку. Я почти 48-летний. 48-летний Riddles, как это? Так ну как ты упал-то? А я хотел подпрыгнуть на порожек, а он решил залезть на решетку и выпрыгнуть с моста. С криком там спиц нас там, да. Нормально. Вы были с нами, спасибо, что грабили вместе с Крух, YouTube Мафия, Шустрила, до свидания. Да, и от нас тоже пока. Всего хорошего, пока.